Здравствуйте, на связи Дмитрий Морс. Сегодня в этом видеокасте я хочу рассказать о модуле CCK. Это основной модуль, с помощью которого можно строить структуру документа. Итак, зайдем на сайт drupal.org и скачаем этот модуль CCK. Content Construction Kit. Заходим внутрь. Так, и скачиваем стабильную версию для шестерки 6.2.9. Скачиваем. Так, заходим на наш сайт. Drupal Sites All и в папочку Modules. Значит, копируем скачанный модуль. Заходим в администрирование. Здесь вот можно Modules. Так, CCK. Здесь активируем Content Permission. Так, Number Option Widgets, текст. Достаточно. Сохраняем все это дело. Значит, что этот модуль делает? Во-первых, давайте расскажу, что при установке чистого Drupal, значит, по умолчанию создается два типа контента. Content Types это Page история. Блог здесь появился, поскольку мы в начальных скринкастах активировали модуль блога. Вот, поэтому блог появился. Если мы зайдем, например, в Page, ну, здесь всякие настройки, значит, title, body, стандартные поля. Значит, здесь можно выбрать, что это опубликовано на главной странице и так далее. Вот, и комментарии включены, соответственно, или выключены, и настройки их. Так, смысл в том, что, смотрите, есть, значит, у стандартного тип контента, есть два поля, это title и body всегда. Вот, но чтобы нам расширить эти поля, например, нужно сделать. Ну, не знаю, там, например, там у сайта агентства недвижимости, значит, забиваем недвижимость, да, и у этого поля, значит, есть title, есть какое-то описание, потом нам нужно сделать, чтобы там, например, выпадающий список был там регион какой-то, потом, например, еще одно поле, где будет вписываться там, я не знаю, фамилия, имя, отчество, ну и так далее. То есть любые поля, которые нам потребуются дополнительно. Все это расширяется с помощью вот этого нашего модуля Content Construction Kit. Это такой основной модуль, с помощью которого можно строить любые сайты практически. Так, ну давайте попробуем. Чтобы нам создать свое поле, то есть мы сейчас модуль активировали, заходим в Manage Fields. Здесь вот видите, да, сереньким обозначено то, что это по умолчанию как бы есть в контент тайпе. Давайте сразу как бы создадим и свой контент тайп, чтобы было понятно. То есть это понятно, значит, page story по умолчанию идет при установке Drupal. Сейчас мы создадим свой контент тайп. Опять же, вот на примере, если недвижимости нам, ну давайте там вот так. Назовем его недвижимость. Значит, в тайпе указываем латинскими буквами машинное имя с маленькой буквы. Давайте недвижимость. Так вот. Description не обязательно. Давайте сделаем ему, например, здесь сразу будет название по-русски. Лейбл отображаться, значит,
Описание. Все это можно, в принципе, через переводчик сделать, но можно и здесь. А, так, значит, workflow. Не надо нам, чтобы на главной странице просто опубликовано, чтобы было. Так, и комментарии. Ну, пусть включены будут комментарии. Создаем save content type. Итак, как вы видите, появился новый тип недвижимость, то, что мы создали. Если мы также можем его редактировать, edit, ну, здесь все то же самое, что мы правили, нам нужно зайти в Manage Fields. Вот здесь вот, смотрите, появилось такое вот окошко, здесь мы можем добавлять свои поля. Ну, давайте, например, сделаем выпадающий список, например, там, район, да? Опять же, здесь переключаемся на латиницу и вписываем район. А, значит, смотрите, здесь мы выбираем field type, то есть тип поля, которое мы хотим, значит, затулить туда. А что здесь есть по умолчанию, то есть мы включили этот модуль, что он нам предоставляет, то есть это, значит, что это, то есть в каком виде будет храниться информация, decimal, как переводится это, decimal, decimal. Переводит, не переводит. О, десятичные, да? То есть десятичные дроби какие-то, в общем, да? То есть далее там float это простой, там, значит, цифровой текст. Нам нужно текст выбрать, потому что список, он как бы текстовый будет, да? Здесь мы что выбираем? Опять же, для текста можно выбрать вот select list, который нам нужен. Чекбоксы, там радио баттоны, да, то есть включено-выключено. Текстовое поле обычное, как title, например, да, и текст area, то есть это большое поле, как body. Значит, нам нужно select list выбрать, сохраняем. Сейчас он нам предложит настройки. Предложит настройки. Значит, ну, можно какой-то сопроводительный текст. Значит, ввести. Здесь можно указать, обязательно это поле для заполнения или нет. Давайте, что это обязательное поле будет. Здесь сколько значений можно выбрать. Если там несколько значений, да, то есть можно выбрать будет несколько значений. Если одно, то есть это будет просто как список. Если там, опять же говорю, несколько или unlimited, то можно вот с помощью control, то есть выделять несколько значений, там, да, будет. Так, значит, мы поставим одно значение, plain text, да. Так, и вот здесь вот, значит, проставляем значение. То есть значение выпадающего списка. Какие там будут пункты? Значит, смотрите, для того, чтобы в базе данных не хранилось, например, там, если у нас это будет район, да, ну, давайте там. Какой-то нахимовский пришел в голову. Нахимовский. Так, от балды вообще, да, там нахимовский. Значит, здесь значение с новой строки нужно вводить. Нахимовский. Так, не знаю, Жулебина. Щелкова. Люберса. Ладно, достаточно. Ну так вот, чтобы все вот эти вот наши Жулебина и Люберсы не хранились в базе данных вот именно в таком виде, значит, ставится такая вот штука. То есть, например, можно поставить значение там N нахимовский, да? N английская. И вот так вот через палочку идет значение.
То есть в базе данных будет храниться вот это значение, оно может быть любое, да? Ну, желательно латинскими, значит, не желательно, а латинскими буквами, то есть любые латинские буквы или цифры. То есть в нашем случае можно вообще проставить там 1, 2, 3, 4, да? Давайте так и сделаем. Так, 2, 3, 4. Значит, это рекомендуется делать. Так, что здесь? Сохраняем поле. Вот, у нас здесь вот сохранилось, как бы добавилось поле. Смотрите, значит, при создании Create Content, как мы видим, здесь появилась недвижимость. Нажимаем, если нажмем недвижимость, то увидим, что вот он, наше поле здесь появилось, район, видите, да, то есть выпадающий список наш есть. Так, ну давайте его поставим здесь вот, опять же, можно, да, drag-and-drop двигать, например, вот так вот, название, район, описание будет, да, сохраним, сохраним, так, и посмотрим, видите, да, все четко встало, значит, как мы и хотели. Смотрите, в некоторых случаях, отображение лейбла, оно как бы не нужно, да, то есть вот, название это. Что нужно сделать, чтобы убрать это? Заходим в Content Types, ищем наш контент тип, и вот здесь вот, то есть мы, значит, где добавляли поле, был Manage Fields, а нам нужно Display Fields, да, то есть Manage управление, Display, значит, это отображение. И здесь вы видите, здесь появляется только наши дополнительные поля, то есть мы можем редактировать, то есть поле title и body, а здесь редактировать нельзя. Значит, смотрите, лейбл у нас сверху, above, то есть можно сделать, чтобы он слева был в линию, да, либо его убрать совсем. Значит, вот это поле район. Также, значит, можно отобразить в каком формате? По дефолту. Значит, обрезанный или убрать совсем. Можно его исключить из тизера. И здесь также можно выбрать формат для полной ноды. То есть, если вы зайдете уже в материал, вот, и там, значит, тоже можно будет формат выбрать или его исключить. Например, это нужно в таких случаях, как это поле, например, доступно только администратору. Или не, вру, короче. Ну, в общем, в некоторых случаях нужно эти поля, значит, исключить. Так, ну вот смотрите, мы спрятали лейбл, да, давайте сохраним, посмотрим. То есть, если мы сейчас опять начнем создавать контент type, район у нас здесь есть, да, а значит, что это? Это у нас, значит, отображение идет. Ну, давайте там, недвижимость там. Хата с краю в Жулебино, значит, моменты о что-то в голову пришло. Так, например. Так, значит, здесь можно выбрать, значит, отфильтрованный формат или полный, да, HTML. Так, если мы сохраним, то увидим, что вот лейбла район как бы нету, да, здесь. Давайте смотрите, просто непонятно, наверное. Если мы сейчас включим этот лейбл, кроме в новом окне, не hidden, а above, давайте сверху, чтобы было, да? Включим все это дело. Значит, обновим страничку. Видите, да? Все работает. Так, ладно, давайте, что у нас еще по CCK? Content Construction Kit. Что еще можно показать? Ну, давайте, я не знаю, создадим еще одно какое-нибудь дополнительное поле.
Какое поле? Ну, не знаю. Давайте обычный текст field, да? Очень часто используется. Так, field name. Ну, давайте придумаем сначала имя. Например, это будет у нас, так, если по недвижимости, там название, район описания. Что еще? Ну, так, имя владельца, да? Имя владельца, например. Здесь латиницей name. Значит, текст field сохраняем. Сохраняем. Здесь он опять же спрашивает у нас, какие настройки, да? Значит, ширина вот этого поля, то есть это не сколько можно символов вводить, а вот именно вот сама ширина поля, да? Понятно. Так, опять же здесь глобальные настройки, то есть это обязательное поле, не обязательное. Ну, давайте сделаем его необязательным. И, например, там можно вводить два значения, да? Так, plain text, все сохраняем. Давайте его вот так вверх поставим, сохраним. Так, начнем создавать контент недвижимость. Вот видите, да, два поля появилось. Смотрите, какая фишка. Если сделать не два поля, да, а, например, unlimited. Только я не туда зашел. Так, manage field, имя владельца. Вот это мне нужно. Опять же, можно все перенастраивать, кроме чего? А, кроме имя латиницы, которое вводится. Так, давайте здесь сделаем unlimited. Сохраним. Значит, обновим страничку добавления. Видите, да, появилось как бы add another item. То есть, как бы, ну, парочку добавил, кнопочку нажал, еще раз поле появилось и так далее. То есть, не ограничено. То есть, очень удобно. Значит, это поле не обязательно, здесь нет звездочки. Вот это поле обязательное, title всегда. И вот район мы поставили тоже, поле обязательное. Вот, соответственно, если эти поля не заполнены, например, да, поле район, а у нас выбрано уже. Ну, ладно, допустим, title, если мы не заполним, видите, ругается, да, то есть все, проверочка идет, все отрабатывает. Так. Что еще? Давайте смотрите, я вам расскажу сейчас еще. Это значит стандартные поля. Вот эти вот, да, то есть текст, integer. Значит, вот эти поля можно расширять. Например, нам нужно сделать изображение. Вот добавить контент типу, да, нашему, например, вот. Значит, в недвижимости там же картинки нужно показывать. Давайте вот сразу сейчас это дело и сделаем на примере, да? То есть можно расширять другими полями. Например, как картинка. Есть еще другие поля. То есть в зависимости от задач. Ну, самое распространенное это вот изображение, да? Так. Сейчас я вспомню, как это модуль называется. Других сейчас сайтов посмотрю. Так, all modules. Так, image API. Image API. Так. Вот, смотрите, файл field. Так, файл field. Ну, давайте сейчас найдем его здесь. Файл field. Так, посмотрим. Да, то есть это вот, опять же, из этой же серии, только не... А, по-моему, это изображение есть. Можно изображение и... значит, и другие файлы. Так, файл field. Ладно, давайте сейчас его прям качнем. Установим, быстренько посмотрим. Файл field. Опа. Так. Копируем, заходим, активируем. Модулис.
Давай, давай, родной. Так, где он у нас появился? Нет. Вот, появился, видите, Filed Field. Тоже из серии CCK, то есть это как подмодуль, как расширение этого модуля, да? То есть, значит, мы сохраняем. Сейчас посмотрим, какой тип у нас появился новый, да? Помните, у нас текст был, integer там и другие. Сейчас модуль активируется и посмотрим. Так, если мы зайдем Content Types, Edit, Manage Fields и попытаемся, значит, создать новое поле. Видите, да, появился файл. Вот он, файл. Да, здесь как бы он может, как сказать, загружать файл. Например, там, не знаю, давайте. Опять же, на примере этой недвижимости, ну, что там можно загрузить? Там, ну, документ какой-то, да, документ. Так, значит, мы выбрали, да, здесь файл upload, одно пока значение. Сейчас мы потом будем сделаем с картинками, вы увидите, что здесь еще появится. Так, что здесь? Смотрите, какая штука. Здесь можно указывать, какие расширения файлов доступны для закачки пользователей через пробел просто, значит, txt, ну давайте там, я не знаю, там доковский файл, да, там и там pdf. Можно любые расширения здесь вставлять. Значит, что здесь? Pass setting. То есть, ну, либо можно указать как бы конкретную папку, в которую складывать вот это поле, да, то есть для этого поля файлы, значит, File Size Restriction, да, то есть максимум можно указать загружаемого файла и максимум, значит, для ноды, то есть для всех файлов, которые прикрепляются к ноде. Так, что здесь? Давайте сделаем обязательное. Нет, не обязательное. Так, ну, возможно, много будет файлов прикрепляться, да? Unlimited. List field disable. Так, все, сохраняем. Смотрим документ. Давайте после описания у нас будет поле документ. Так, если мы сейчас будем добавлять движимость нашу. Вот он, пожалуйста, документ. Все убирается. Тест. Текстовый файл. Нажимаем Upload. Все, загрузился. Здесь он автоматически определяет, что за расширение файла. И вот такую иконочку вставляет. Если PDF будет, например, да, сейчас. Есть какой-нибудь PDF-то у меня. Так, ну вот какой-то PDF есть. Видите, да, иконочка поменялась на PDF-ную, то есть он автоматически определяет. Опять же, да, мы сделали Unlimited, можно добавить сколько угодно этих файлов. Значит, что? Ну, давайте в конце концов добавим какую-нибудь ноду, да, там название, что у нас? Пентхаус. Пентхаус, имя владельца. Петр, Мария. Так, район. Жулебино, Шлюберцы. Описание. Описание. Я не знаю, какое-нибудь описание. Так, файлы добавили, сохраняем. Видите, да, у нас вот здесь вот все четко, все встало. Соответственно, да, пока немножко некрасиво, но это уже другой вопрос. Это уже делается на этапе, так сказать, дизайна. Вот все это CSS правится, все расставляется на свои места. Так, что я еще хотел вам показать, значит, распространенно, да, это картинки, изображения мы, значит, используем при построении сайтов. Давайте, вот сейчас я вспомню просто, как называется, по-моему, вот этот MajorP. Так, сейчас мы его найдем на сайте. Все здесь ищем. Вот видите, drupal.org.
Так, Image API есть. Так, Image Cache, Image Field. Так, ну-ка вот, Image Field. По поводу Image Cache я потом расскажу. Это значит, мы загружаем картинку, нам нужно в разных местах выводить ее. Например, в одном месте там 250 на 250, в другом месте там 300 на 100, чтобы она обрезалась автоматически, там, не знаю, поворачивалась, там, watermark, там, логотип ваш накладывался автоматически. Все вот это дело воротится с помощью Image Cache. До него потом дойдем. Сейчас нам нужно понять, как бы, да, вот с этим CCK. Ну, давайте вот скачаем для шестерки, значит, стабильную версию Image API и затулим ее в нашу систему, в нашу папочку с модулями. Затулили, значит, заходим в модули, и здесь нам нужно активировать. Опять же, так, Image Cache. Так, ладно. Файл field meta. Так, значит, здесь активируем Image API, Image API GD2 и Image Magic. Сохраняем. Давай, давай, родной. Так, и сейчас мы посмотрим, что у нас изменилось. Значит, если мы здесь обновим страничку Manage Fields, да, то есть, так, файл выбираем. Файл нет, не появилось, да, изображение. Так, что-то еще нужно установить. Так, Image API. Сейчас вспомню. Так. Файл филды. А, вот, Image Field. То есть это, как сказать, Image API это вообще как бы, ну, API для работы с изображениями. Но нам нужно поле Field, да, то есть как бы вот мы файл Field добавили в CCK. И вот нам нужно Image Field, такой модуль найти и его активировать. Так, ищем Image Field. А, вот Image Field, что я, у меня все открыто. Так. Ну, собственно, вот он. В поиске нашелся. Все то же самое. Так, качаем Image Field. Сохранить. Так. Скопируем нашу папку с модулями. Заходим в модули. Image Cache. Так, CCK. Здесь должно появиться. Вот, появился Image Field, видите, да? Сохраняем. Сохраняем. Закрываем лишнее. Все, модуль активировался. Так, если мы зайдем опять же в Manage Fields, здесь выберем файл. Вот, видите, появилось image, изображение. Потому что изображение это файл, поэтому здесь мы выбираем файл. Так, ну давайте, значит, изображение. Так, латиницей images. Сохраняем. Сейчас мы посмотрим, какие настройки он предлагает. Так, значит, какие типы файлов, да, картинки PNG, GIF, JPEG, JPG. Там, какие еще могут быть? Так, здесь можно ограничить максимальным разрешением и минимальным разрешением. Там, но это может понадобиться. Смотрите, здесь файл size restriction. Значит, ну, опять же, это ограничение по размеру файла. Alt текст, то есть если мы активируем, значит при добавлении поля картинки появится поле Alt текст. То есть Alt текст это когда ты наводишь на картинку и в общем там текст появляется. Здесь вот title settings или вот title появляется при наводе. Ну в общем можете попробовать здесь поковырять. Так, default image опять же можно загрузить, если вы
так сказать, например, там, знаете, как аватарки есть, да, то есть если аватарку человек не загружает, да, по дефолту какую-то картинку вставлять, вот это из этой серии, здесь можно использовать дефолтную картинку. Что здесь? Давайте сделаем обязательный. Картинок может быть море вообще. Сделаем unlimited, сохраним поле. Так, и изображение вставим перед документом. Сохраним. Так, если мы зайдем, создать контент type, видите, да, изображение. Здесь вот он пишет, что какие, расширения доступны. Здесь, помните, да, мы вводили тоже doc.pdf. Какие максимум файл size, но это он ограничивает сервером здесь. Вот так. То есть здесь можно вот, пожалуйста, добавлять картиночки. Давайте сейчас добавим какую-нибудь, посмотрите. Вот он прям сделает превьюшку. Вот, все четко отрабатывает. Так, даже знаете, как сделаем? Давайте зайдем в контент. Контент — это где отображается все ноды, все материалы вашего сайта. Да, если мы зайдем в наш пентхаус, вот, и здесь вот добавим, опять же, изображение. Так. Опа, раз. Сохранить. Так. Зайдем в эту ноду, видите, да, все, изображение появилось. Все работает. Ну так вот, друзья, вот с помощью этого модуля CCK, опять же говорю, можно делать любую структуру. Не нужно иметь навыки программирования, чтобы построить тип контента, который вам нужен. То есть это может быть все, что угодно. Опять же говорю, то есть всякие разные поля, чекбоксы. То есть, ну, все что угодно, да. Опять же говорю, что вот эти поля, как вы видите, они расширяются. То есть мы добавили сюда файл, изображение. Также есть другие модули. Конкретно под задачу смотрите, ищите. Вот. Ну, собственно говоря, на этом закончим этот скринкаст. Вот. Надеюсь, помогло вам разобраться, что же такое CCK, как с ним работать, какие примерные возможности есть. Вот, и, друзья мои, вперед и до новых встреч. Спасибо.